очень удобно вам видео монтировать. Пока в очереди посидел, электрокардиограмму сделал. Здесь есть лифт. Смотрите, можно в шашки, шахматы поиграть. Но я не умею. Теперь бежим к лечащему врачу. На третий этаж. Такие ступенечки, что я через две прыгаю, что они сильно мелкие для меня. Я и через три могу. Так, да. Такие длинные коридоры. Старенькая правда. На прием к врачу туда. Деса стоит в пробках. Ничего страшного, что у меня главное. Моргает. Консульство Индии. Красивое здание. А сзади что это за дом такой высокий, стеклянный? Вот там? Угу. Живой, по-моему. Какой это? А, вот этот. Нет, этот не знаю. Какой? Вот этот. Высокий, который. Стоим больше, чем едем. Понедельник, тяжелый день, да? Ну да. Красивый сквер. Старобазарный. Старобазарный? Да, старобазарный. А вот это вот собор, это что? Преображенский. Так, подожди, это мы на ЖД вокзале получаемся здесь? Нет? С вами мы находимся в Одесской дентоклинике. Красивое здание. Делаем снимочек, панораму. И будем протезироваться. Соборная площадь. Улица Льва Толстого. И как обычно у нас женщины чистят улицы. В Италии вы такого не увидели. Оля, а это? Памятник кому? Что это за дяденька стоит? Монах какой-то. В принципе, я не знаю. Чем закончился наш сегодняшний первый денек? Комната осталась вся та же. Филек купила доместос, мочалочку. Все это мы отодрали, отмыли.
себя отстирали. Гляньте, какой буратино перед вами стоит. Волосы сейчас высушим. Все супер чистое. Конечно, это, ребята, 70-е, 80-е годы. Это вам, конечно, не Анапа, это не Россия, это Украина. Но у меня жалоб к санаторию нет. То, что у них стены порёпаны, то это меня меньше всего волнует. Главное, чтобы было достойное лечение. И, по-моему, мы попали, ребята, не на протезиста, а на бога протезистов. Вот так вот. Держаться нету больше сил. Устала, как собака. Поэтому в комнате я особо ничего не разбирала. Застелила свою кроватку. Разложила чуть-чуть косметики. Все, завтра будем разбираться. Будет день, будет пища. Идем спадки. Это уже санаторно-курортная книжка. В общем, будем завтра разбираться со всем. Сделали панораму зубов. Завтра покажем свои зубы протезисту. Снимем то, что у нас осталось. Он сказал, что это за синяя пластмасса у тебя стоит. Так что пластмассу больше ставить не будем. Понятно? Не знаю, что мы будем ставить. Будем смотреть, чтобы цена была средняя, не сильно высокая. Никакая не королевишна. Мне совершенно пофиг. Будет у нас, у вас Иван Царевич или не будет. Мне абсолютно все равно. Мне главное, чтобы мне было удобно. Все, ребятки, спадки. Спокойной ночи. Всех люблю, как говорит папа, я целую. И увидимся завтра.